уж и далеко. Особенно учитывая тот факт, что она, походу, находится прямо под этой деревней. Но прежде чем мы с вами пойдем в крепость, я вам хочу кое-что очень интересное показать. Для начала мы с вами спустимся сюда вот вниз, где находятся заключенные. Вот как будто бы жители об этом не знали. Сами же правильно говорят. У нас есть выбор. Либо этот житель, либо вот этот житель, которого мы можем с вами излечить. И благодаря этой сложности в сундуке мы с вами находим алмазную фугу. Как бы это странно ни звучало. Теперь мы с вами ломаем эту крышу. Даем эту фугу этому жителю. Я прошу поддавать, да? Я не ошибаюсь. Стоп, а как его спасти? Может быть, его выпустить? Да нет, это так не работает. А как тебе дать? Вот я хочу тебе дать. Я хочу тебе дать, успокойся. Успокойся, я тебе говорю, успокойся. Зайди обратно туда. Нет, я же хочу тебя спасти, дурак. Ладно, мы все с вами пропукали. Может быть, ему зелье нужно было давать? А тебе можно дать? Нет, скажи. А если зелье на тебя выкинуть? Вот давай попробуем. Я только себе хуже сделаю. Может быть, наоборот, нужно было этого жителя зелье облить? А потом уже было... Не знаю. Но мы с вами скушаем ее в любом случае. Так вот, в этом сундуке со 100% вероятностью спавнится терракота. Мы ее собираем, ставим сюда верстак. Не хватает немножко ингредиентов. Сейчас, приду, одну секунду. Все, я готов. Теперь делаем с вами вот такой вот краб. По бокам, значит, глаза Эндера, в середину изумруд. Справа мы с вами ставим один железный свиток, а также паутину. А слева я забыл, кажется. А, по-моему, удар, а потом железный свиток сюда вот. Нет, что-то тоже не то. А, я вспомнил, нам нужна пшеница. Опять что-то не то. Вот, получилось. Дамы и господа, к вашему вниманию, мы скрафтили нового жителя. Потратили миллиард ресурсов, то теперь у нас жители. И мы можем его поставить. Да, все, теперь он не выделится. Только компания составила, если что. Это было кошмарно. Они даже лаву пролили, а лаву почему-то не течет. Активируем портал. И что я теперь могу сказать? Убиваем дракона под крутую музыку. Поехали. К сожалению, в своем абсолютно ничего не меняется. Поэтому, чтобы вас не давить, опять-таки убийство моего, потому что убить это тысячу раз, я просто сделаю так, вкусная картошечка. Вот, на что я буду так? Вот так, картошек больше нет. Начай! Я просто прям подумал, что на самом деле очень нужно. Ну что, господа, надеюсь, вам понравился данный ролик. Если это так, то обязательно подпишитесь на канал. Ставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями. Не забывайте смотреть предыдущие видео. Треков по-другому. Подписывайтесь на второй канал, а для вас сразу писать. Спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Всем удачи и всем пока. Пока! Надо, кстати, золото дадим и сюда железо. Где у меня уголь лежит? Уголь лежит у меня здесь. Теперь давайте сюда. А давайте пока что вот так все скинем, потому что мешается пока что. Чуть позже разберем. Опа, еще один сундучок. Костная мука. Блин, я бы ее на самом деле сейчас потратил, но нет никакой возможности. В том плане то, что я и так потратил на этот дуб слишком много. Опа. Еще.